Привитос, амиго, снова вы, я и новинка, которая вышла 2 дня назад. Вышла тихо, мирно, потому что это не летний блокбастер, а игра, скорее всего, от инди-разработчика, я вот что-то не посмотрел, от кого именно. Ну вот, сразу сходу она встречает саундтреком из, знаете, таких фантастических боевиков начала 90-х, может, серединки. Что-то такое есть, да, вот что-то там попахивает таким бегущим человеком со Шварценеггером и чем-то вот таким вот, всякими там первыми фильмами про киборгов. Вот, значит, игра, мы играем, короче, заключенным на какой-то там планете, и нам надо сдриснуть, но для того, чтобы сдриснуть с этой планеты, надо победить охранников. И, короче говоря, в этой игре нет ничего, кроме боссов, то есть тут только дерешься с боссами, еще раз с боссами. Ну что ж, посмотрим на этот достойный ответ Dark Souls. Вот, звук я более-менее вроде настроил. Прогулка, нет, рекомендуемым. Я все-таки прошел, между прочим, 3 Dark Souls, и не по разу далеко, как некоторые из них по 2, а то и 3 раза проходил. Bloodborne прошел, ну там всего 1 раз, на 2-й раз у меня просто, не знаю, не хватило бы моральных сил. Поэтому я думаю, что, ну, с каким-то, с такой игрулькой... Но она, конечно, до невозможности аркадная, но должен справиться. Боже, ну и графика, зовите вы на масса. Надо на этих волосах срочно полигоны посчитать. Чё-то мало, по-моему. У охранника несколько масок. Младенца, демона, еще какая-то третья. Блять, кап-кап, бере-бере. Главный герой разговаривает сам с собой, в целом, в общем и целом происходит это в вакханале. А, или это он не сам с собой? Это кролик, блять, с ним разговаривает гигантский красноглазый кроль. Я думаю, что в офисе разработчика ГНК срочно должны провести обыск, мне кажется, там есть что-то интересное. Да, нас освободил гигантский кролик-самурай. В клешах, с клюшкой для гольфа стилизованный. И дал меч. Говорит, ты негр, борись за свободу, твои предки боролись. Какая странная тюрьма, однако. Вот ни решеток, ничего, просто вот он сидел скованный. В доспехах каких-то, блядь, сияющих. Которые с него сняли только ботинки почему-то. Потому что без ботинок, видимо, тут хрен убежишь. Вот он, начинается саундтрек вот этот. Бляха. Но чтобы идти сюда, надо жать вперед, а не назад. Ненавижу игры с переключающейся камерой. По-прежнему надо давить кнопку вперед, чтобы идти в бок на этот раз. Вымораживает. Ну вот это похоже на арену для битвы с первым боссом. Не нравится его кофта с воротничком. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять арен, 9 боссов, что ли? И все они по орбите Земли летают, да? Ну, меня и так в этой камере били. Зачем мне по-хорошему в нее возвращаться? В описании игры еще что-то писали про пистолет. Ну, давай. Так, вот я нашел ударку, выручек. Стрельба правым стиком. Пью-пью-пью-пью-пью. Ну, пистолет, как мы видим, как каким-то плазмоган какой-то маленький. Так, вот я его нагнул. Так, теперь урок по парированию. Блять. Окей. А, понятно. Вот там вспышка и звуковой сигнал в тот момент, когда надо нажать. То есть. Блять. Но это не так просто. Тайминги тут посложнее, чем в Dark Souls будут. Очень уж резко. Он быстрее, чем Сэр Алон машет. Лучше вообще с закрытыми глазами отбивать эти его удары, чтобы не ориентироваться на анимацию, а жать кнопки, когда надо.
Время вверху тикает. Куда? Вперед. Слава богу, я уже думал еще и на время. А, подожди, РТ это нет. Ну-ка, сой ты, блядь, а. Ну, это первый босс, он обучающий. Он берется, видимо, в полсилы. Обратите внимание, сколько квадратиков жизни у него под полоской хилсов. Мощный удар мечом. Это обычный удар. А, так написали бы зажать кнопку, ёпта. Тоже обучение такое от бога. Сейчас я уверен, что он покажет мне все приемы мои, какие у меня есть, и начнется уже нормальное сражение. Я думаю, что игра, в которой всего 9 боссов и другого геймплея, кроме как драки с боссами, нет, обязана быть жопоразрывательно сложной. О, началось. Что это он делает? И что это? Уклонение. А, надо перескакивать. Вот он еще и жизни мне высирает, смотрите. Вот эти шарики, которые отличаются. В них какой-то треугольник. Ну, это просто. Еще, по-моему, я его атаки... А, понятно. Пометчик. Его атаки шарами этими еще из пистолета сбивать можно, как я понял. Чувак, ну давай драться. Опа. Вот это он по-серьезному замахнулся, я хочу сказать. А чё пистолет не работает? Было весело, ну что, все, вот теперь, видимо, бой начинается. Давай, хопа-хопа. Чё-то он кастанул. Воу-воу, что происходит? Да-да-да, все, вот он психанул, вот он начинается уже вольное сражение. Начинается оно с перестрелки. Пистолет здесь вообще, по-моему, им будет. Ах, блять. Что надо делать? Нажимать, не нажимать? Нет, надо просто потеребить стики. Теребонькаем стики, вырываемся из захвата, понятно. А, подождите, зеленые шарики можно сбивать, блять. Е-е-е, да, это хелсы. А он время от времени вообще даже из пистолета зелеными стреляет. Блять. Я так понимаю, что по зеленым надо вести встречный огонь. Ну что ж, лечение в игре есть, хорошо. Вон он, зеленый, блять, вот они. Еще и заблочил, как успешно, как удачно, ну давай. Блять, рано, сука, мимо, блять. И так пойдет. Сколько у него там? 4 еще квадрата. Ёб твою мать. С каждым боссом драться дольше, чем с Антаросом в Линейджа, блядь. Толпой в 2000 человек. О. Вот это что-то у меня... Критический блок, видать, сработал. Не знаю, что случилось. Он продолжает мне что-то угрожать. Блядь, рано, сука. Поздно. Так, вон они. Так, блядь, пошел нахуй, дай полечиться, пизда. Я вообще не смотрю даже, сколько, блядь, не успеваю смотреть, сколько у меня здоровья, сколько у него. О, блядь, двойной. Теперь он машет туда и обратно. А чё? Ох ты, блядь. Бля, надо было убить, пока он палку выбросил. Никогда не выбрасывайте топор. Блядь, рано. Ёб твою мать. Вот это, походу, самая злющая атака его, когда он захватывает. А еще важно педали не путать, так сказать. Вот говно, блядь. По-моему, мне на пользу только идет его вот этот обстрел. Но ёб твою мать. Да выкуси, тварь.
Как там дальняя атака, блин? Так, осталось у него три. А, и блоки меня тоже лечат, нихуя. Опа, опа, что это он? Он теперь наводиться стал. Но я так понимаю, что парировать это в моих же интересах. Я так-то и уворачиваться смогу. То есть разницы вообще нет. Все, завалил. А, еще две жизни, блядь. Сука, нихуя он. Это первый босс. Не, ну игрушка своеобразная, конечно, но... Интересно. Что он делает? Не знаю, что он делает, на всякий случай буду уклоняться. Блять, не то зафармил, мудак. Блять. Блин, ну он спамить волны теперь будет свои саны, что. А от палки от этой тоже уворачиваться надо или что? Ну, в смысле, таким же макаром. Блять, его них ты пробьешь. А, они, блять, отбиваются в него, нихуя. Но вот эти, наверное, уже вряд ли отбиваются. Блять, заебал спамщик, ёбаный. Давай, 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 давай. Блять, один удар. Ой, блять. Не уклонился, сука. На, тварь. Блять, ладно. Блять. Ему-то жизнь восстановили, а мне? На, жри. Переходи уже к обстрелу, чувак. Блять, гандон вонючий. А, и все, ему квадрат восстановили. Ну, пиздец вообще. Кого-то наведем. Сколько у меня жизни вообще? Блять, вот он это говно начинает делать, когда я и так здоровый полностью. Сука, отбил. Ну, заебал ты. На гандон, блять, а. Ну удар в спину силовой, ну чё. Бля, по-моему, атаки из пистолета самые дамажные. Блять. После его броска вот этого говна, конечно. Ой-ой-ой, помер. Ой, как хорошо зашло. Только вылечило мне даже не полный квадратик. Две три, блядь, клинка самурайского. Кроликом подаренного. А, вот только сейчас у него один кубик остался. Пиздец. Что-то неправильно как-то они считают. Да-да, не одолеть. Где уж мне? Ну, опять это говно. О, нихуя. Вот это красиво. Ну, блядь. Легче легкого. Это
раньше в контре надо было так расстреливать, чтобы просто пройти. Блядь, что ты делаешь? О, блядь, а вот это что такое? А вот это уже хуй. Не пройти. Пожалуйста, блядь! Да как это так? А что с ними делать? Нихуя и силовыми никак. Не знаю. Слава богу, это кончилось. Ай, умри. Блядь, не умер. Ты заебал, не останавливайся. Держи темп боя, блядь. А чё он бессмертный? Когда он светится, ему вообще кучу сделаешь, я так понял. Блять, гандон. Бля, его телепорты заебали. Ой-ой-ой, как быстро у него все кончилось. Не знаю, каким принципом у него здоровье отбирали, но он проиграл. Я потратил одну жизнь, не знаю скольки. И смайлик. На, ёпты. Я думал, ему башку отрубит. Ну, скажешь что-нибудь, сучка. Оу. Вот она, палочка. Интересно, а я получу какую-нибудь его силу или что-нибудь? Или я вот только и буду эти способности использовать? Браво! Excellent! What a thrill! Not your first time. А, это маска кролика у него. Он негр в кролике, в маске кролика. А в руках у него стойка. А, микрофон у него в руках. But don't worry. I know them. I can help. Believe me, what's waiting at the end of all this is so worth the trouble. You and me, we're in the same boat now. Now let's get the hell out of here. Way down there lies a free world. A world of peace and light, where you're free as the wind. Свободен, как ветер. And you know what? We're going to get there. Мне кажется, что этот чувак существует в воображении главного героя. Да, и мы сражаемся воображаемым мечом, видим. Вон он сидит. Что тут написано? Фури? Или что? Не очень понимаю, блин. Напоминает мне, знаете, это он первый самый, когда еще вот эта дерьмографика была. Вот какой-то такой игровой аппарат, как будто. С фильма «Трон». Вау, это разве не арена для битвы с боссом? Не могу не спросить, что сделал главный герой, почему он единственный зэк в этой тюрьме. Ты еще какой-то выбор, что ли? That, my friend, is a prison. A prison within тюрьма внутри prison. Тюрьмы. A very clever trick. И кого тут, блядь, Ридика держит, что ли? Ну вот она, дорога, видимо, обозначена, да? You and the prisoner have a lot in common. Узницей? She turned up one day, destroyed everything in her wake. And then, bam! She got caged. Тёлочка тут есть. Тёлочку надо спасти. Чтобы была какая-то любовная интрига, знаете. Блять, ненавижу переключающуюся камеру. В резьбе шестой еще и бегать заставляли. С такой камерой здесь хотя бы просто ходим. Все, главный герой сам идет. They had to build all these layers so she couldn't get out. And you couldn't hear her screaming. Может быть,
мы играем не очень положительным персонажем все-таки, раз уж их всех посадили и для них тюрьмы построили. Зло не сажает преступников, зло их убивает на месте. Может, и не смогли ее убить. Что-то огромная тюрьма какая-то, блядь. Профессора Магнета, блин, скромнее содержали. She tried to tear through those walls so many times. Да, вон покоцала. But they just kept growing back around her. It drove her completely insane, enraged. She'll haunt everything. А, это она следующий враг наш. Бля. Она еще тюремщица? То есть я настолько опасен, блядь, что она охраняет меня? Круче всех, конечно, побег был у Тай Лунга из Кунг-Фу Панды. Там вообще, блядь. Там арена уже не просто арена, смотрите. Какой-то лабиринт. В прятки можно играть, как будто. Вон царапины на стене какие. Она, походу, огромная сейчас вылезет. Что это было? У нее вместо головы лампочка. Господи, блядь. Ха, хуйня какая-то, блядь. Унитаз на колесах. Смотрите, там реально унитаз. Я-то думал, сейчас тут будет, блядь. 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 Тут укрытие надо использовать. Ну что ж, это, блядь, усложняет задачу. И она еще и рушит их. Что эта кнопка делает на полу? Она ее расстреляла зачем-то. А, она восстанавливает барьеры эти, что ли? Да, фантазиям разработчика нет предела. Но все-таки она медленнее меня. Давай, унитазница. После того, как снесешь ей один квадратик, тебе жизнь восстановится. Ой, бля. Хуя себе. Что это она делает? Это продресь, что, бля, сквозь стены летает? Бля, не то. Да, таких боссов, блядь, в Dark Souls'ах не было. Блядь, как я хитро выебан ее обошел, но никто этого не оценил. Я даже урон не смог нанести. Фу. Причем полоска жизни, она не одинарная, там, блядь, двойная полоса на самом деле. Сука, бля.
Причем поначалу эти стены мешали. Да, сука, ты побежала, тварь. Говно. О, натриндюлял ей. Блять, эти. Куда ты, блядь? Бля, я педали путаю, сука. Отведай, сука, шашки самурайской. О, блядь. Ломай стены. Я могу их ломать? Я могу их ломать тоже. Не очень эффективно. Блядь. О! Когда вот этот кружок, это значит, что рукопашная схватка настала, да? А, вон там баба какая-то привязанная к этому колесу. Наверное, думает, женщин не бьют, да? Бьют, сучка, бьют. Может, мы ее освободим? О, блядь, может, она сама освободится? Ау, ёбаный в рот. Я знал, что не все будет так просто. Блять. 3 из 3 провафлил, вот мудак. Блять. Блять, охуенно. Это интересный файл, бля, вот игра вообще ничего лишнего, только боссы. А чё это? Блять. Вот последний удар с задержкой наносит дрянь. Поганая. Говно ёбаное. Сейчас порешит, бля. К сожалению. К моему. Давай, 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 добивай ее нахуй. Ой-ой, похиляли, похиляли. Блять, ну нихуя у тебя атака-то. Не, в чем-то она даже попроще первого босса пока что. Блять, а вот эта хуйня еще пробивает стены. Пиздец. Ну вот она простота и кончилась. Она еще и блокирует. Пиздец. Не, вот эта стадия пизде. Просто говно. Блять. А, вон она попадает по этим хуйням. Это непредсказуемо все. Прям на ходу надо учиться босса убивать. Никаких объяснений не дали. Блять. Тварь ебаная. Не-не-не-не-не-не-не, блять.
пиздец. О! Блядь! От этих волн хуй бежишь, да? Да, на этой стадии, походу, она меня сольет. Окончательно бесполезно, блядь, какая-то хуйня. Блядь, вот... Третий раз она, блядь. А, я запомнил, сучка. Чё ты думала, блядь, мне бесконечно это говно ловить? Блять, как попало, а? Ну, блять, ну как третий удар-то наносит? Не вижу, что она делает. Иду, иду. А чё меня не похиляли-то? Я думал, после этого говна меня вылечивают каждый раз. Ой, похиляли, бля. Чё, она там ноги себе освобождает? Чужина раньше не могла вырваться, если вон она прекрасно, блядь, вырывается. Да убежала, тварь, блядь. Ну чё, и где она? Что делать-то надо? Что это делает? А, вот ты где. Бля. Бля, вообще, ну куда столько-то? Блять, нихуя я напропускал. Не, она тоже, конечно, косая. Так, нахуй. Эту перхоть, блядь, надо обойти. Вау! Такое ощущение, что я не уворачиваюсь. Не парирую, а уворачиваюсь теперь на эту кнопку. Да ну нахуй, бред. Просто отпиздёхало, бля. Это 4. И чё такое? Блять, я опять это... Опять она съебалась. Ну хоть мы знаем, где её искать. Что, блядь, эти квадратики делают? Я так и не понял. Блядина, сука.
проститутка, блядь, космических масштабов. Вот за что ее посадили, блядь. Вообще ничего не вижу. Не, я туда не пойду, там твое говно летает, нахуй, меня обосрался. Ебать. Дохуя ли у нее лучики, блядь? Там вообще стенка была, ну да ладно. Заебало. Почему она сама свою перхоть не убивает? Ну и опять у меня 3 кубика, блядь. Это даже, блядь, не 3 удара, она с одного столько сносит, мне кажется. Пиздец. Куда он, блядь, телепортируется, хуй поймешь. Давай красномясо снимай на балдашку теперь. И чё? Блядь. Это, я так понимаю, бонус уровень начался, блядь. Пизду, вообще невозможно, что делать? Я ей там хоть что-нибудь там наношу. Ну, что-то я навтыкал, конечно, блядь, но... Да, по-моему, она была бессмертна просто в этот момент. Пиздец. Ну, кто эту хуйню придумал, блядь, а? Она стены пробивает, блядь. Да, и хуй через этот телепортим. Пиздец, блядь. Даже уклонением через это говно не пройти. Ну что за хуйня? Охуенно, что мне делать-то, блядь? Вот этот невзъебенный момент, блядь. Радости и счастья, блядь. Просто дурость, блядь, какая-то нахуй. Не, я все понимаю, но вот это вот то, что на последней стадии начинается, это говно ебаное. И где мой персонаж, блядь, кто-нибудь увидит вообще? Она зеленые огни даже не выпускает, которые, блядь, лечит. Не-не-не, можно, можно. Сложно, но можно, блядь. Пиздец, а вот сейчас что? Ну пизда вообще, блядь, охуенно придумали. Ну, блядь, охуеть. Просто говно ебаное. Так, ну давайте еще раз насладимся последней стадией битвы с этим ебанутым боссом. Может, сейчас станет понятно, что она делает. Я помню, что в центре есть какой-то квадратик, который призывает или что-то, блядь, может, надо на него наступить? Да, хуй там. Квадратиков никаких нет, надо, блядь, именно как-то спасаться, блядь, вот в этом граде говна, блядь. Град говна, это ладно, там вон даже что-то зеленое, блядь, вылетает, похоже, типа на жизни. Только я пока здоров, мне они нахер не нужны. Начинать босс должен был явно не с этого. Что происходит? А, вот он. Вот она, самая моя любимая хуйня. Если я заранее буду заряжать прыжок, но я рано или поздно перестану просто успевать это делать, мне кажется. Да, только заряженным прыжком возможно, блядь, перепрыгнуть через эту хуйту. Ну и то, блядь, видите, да, она патимейкера включила. С какой скоростью она все это делала.
Ну что ж, вот ближний бой. Она бессмертна, блядь. Когда вот они светятся, сука, золотым, это они бессмертны, сука. Ну, ёбаный, ну. А это что за хуйня? Ну, блядь. Вообще-то дальность-то была обозначена как не такая большая. Блядь, я не видел за спины героя, когда она там что-то наносила. Все. Снимай с нее маску, пихай ей за щеку. Знает свое место, дрянь. Упс. Досад. А она там не была ни разу, что ли? Вот так бы сразу этот бой начался и закончился, блин. Абсолютно. Yes, of course, абсолютно. Well done. You put her out of her misery. Ее страдания. Да ей палку просто хотелось. Она 20 лет в этой тюрьме сидит. Так, как тут сохраниться-то? Есть тут сохранение какое-нибудь? Не знаю. Я думаю, что дальше мы по... О, блядь, он сам пошел. Ну что ж, придется посмотреть. She crashed through one day, frantically searching for something. Куда она прорвалась? Чего прорвалась? She was so wild, so they put her in a cage. Then you came along and they did even worse. Way worse. It all went so wrong. But we are going to make things right again. Чего, блядь? Together. Видимо, в конце игры мы узнаем, что совершил главный герой. Что главный герой совершил такого замечательного, что его посадили. Да, ну что ж, это тут приятненько. Кто тут босс? Марио? Ладно, короче, пишите что-нибудь, чем жмите. Может, интересно вообще кому-то это смотреть. Будет ли кто в это играть, как у него получается. В общем, все такое.